Гипермаркет «Мегастрой» – это 3 павильона товаров для дома и ремонта. Огромный выбор товаров отличного качества. Посуда – все для дома и интерьера. «Мегастрой» – весь январь цены 2014 года. В садик на работу собирается семья. Все так замечательно. Радуюсь и я. Папа улыбается. Мамочка поет. Ведь такси «Омега» у подъезда ждет. Такси «Омега» 333-333. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Новый торговый центр «Мегастрой» в 7-м микрорайоне Заозерного приглашает за товарами для благоустройства и ремонта вашего дома. Торговый центр «Мегастрой» – это цены 2014 года. Вы цените свое время и не привыкли опаздывать? Тогда такси «Омега» – это ваш выбор. Моментальная подача автомобиля, низкие цены и удобный сервис. Такси «Омега» всегда вовремя. Телефон службы заказа 333-333. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник через Заурале пройдет активный циклонический вихрь, сопровождаемый массивами плотной облачности, снегопадами и повышением температурного режима на 8-10 градусов. В Екатеринбурге и Челябинске минус 4, минус 6, в Тюмени минус 5, минус 7, временами снег, метель. В Кургане облачно, небольшой снег, ветер южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 11, минус 13. Днем в Кургане облачно, сильный снег, метель. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба. 13 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!